Отца и Сына, и Духа Святого. Пан с вами. Радуйте се завше в Пану. Раз еще повядам, радуйте се, Пан ест близко. Дорогие братья и сестры в Христусе, переживаем третью неделю Адвенту, когда слышались слова на початку Мши Святой, радуемся все. С какой рацией? С такой же, Пан есть близко. Пан, наш Збавитель, Иисус Христос, есть близко. Бог милости, чекаем на Его народзение, чекаем на Его приїзд, и с этого поводу будем оптимисты в жизни духовном, ведлук слов апостола Павла, и будем радоваться разом с Паном, нашим избавлением, нашим счастьем. Мша Свята Сумма отправляется за люд Божий, парафии Святого Петра, Арендольской парафии, за всех тут обычных, за всех людей, которые не могут прийти на боженство в неделю до святыни, с какой-то причины, хороби или старости, за всех родины нашего города, за целый деканат, за всех тут обычных, чтобы Пан Бог обдажил свою милостью, милосердием, пребачением, и Матка Божа завше была с нами своим благословенством, своим защитом, нас завше опековалася. Дорогие братья и сестры в Христусе, покорне просьме Пана Бога, аби поблагословил тем воден, которым будем покропені на пам'ятки нашего шту. Нех Бог нам допомага, аби всем были верні Духові Святому, которого отшимались мы. Всехмогący вечный Боже, Ти хсеш, а вже зводим, которое подшимує життя и служит до очищения. Также наши души застали очищены и отшимали задатек життя вечного. Просим и тень по благословтем воде, которым принцем покропение в дню Твоим, Пане. Одну в наш рудо своей ласки, броню всякого зла нашей души и тела, абысь мы могли сближиться до Тебе с чистым сердцем и отшимать Твое избавление через Христуса, Пана нашего. Аспергесаме, Домине Христово, Текунда, Дона, и Святе, Суме, Виленте, Айтавор, Секунда, Дона,
Нех Бог Всехмогонце очисти нас же в исправи, а высьме пред отправение Твоей христичной офяры, стали сей годными уделом в учте небески. Мудрь мыси, Боже, Ты видишь же, с яком вяром очекуем мы свято народзенье Панского. Справа высим приготовили наше сердце и с радостью могли обходить великую таймницу нашего избавления. Через нашего Пана Иисуса Христуса, Твоего Сына, Туры с Тобой же и кровидности Духа Святого, Бог же шестки веки веку. Читание синги пророка Сафонияша. Выспевает у Рассионинска, поднесь радостный окшик Израилю. Тешься не весельца на его сердце, цур Иерусалим. Пан отдалил руки на тебе, усунул твоего неприятеля. Круль Израиля, Пан, есть посред тебе, юж не бендешь балася инзалего. Овего дня повезан Иерусалиме, не бойся инсионе, нех не слабно отворенцы. Пан твой Бог есть посред тебе, моцаш, который дает избавление. Он унесе сем веселем над тобом, однове свою милость, взнесе окшик радости, як в дню урочистого свента. Ото Слово Боже. Читание из листа святого Павла, апостола до Филиппиан. Братья, радуйтесь и завтра в Пану. Еще раз повторяю, радуйтесь и. Нех ваша лагодность будет знаком всем людям. Пан есть близко. Он есть и уж сбытно не троскайте. Але в каждой справе ваши просьбы представляйте Богу в молитве и благание с деньчинением. А покой Божий, который превыше всякий умысел, будьте щегол ваших сердц и мысли в Христусе Иисусе. Ото Слово Божие.
Пан з вами. Слово Евангелия ведло святого Лукаша. Де Ян научил над Йорданом, питали го тлумы, «Цу ж мамы чинить?» Он им отповядал, «Кто ма две сукни, нех едно да тему, которой нема, а кто ма живность, нех так само чини». Приходили также цельницы, чтобы приемать шесть, и питали го, «Научителю, цу мамы чинить?» Он им отповядал, «Не побирайте ни цвенцей понад то, или вам вызначено». Пытали го теж и жалнеже, «А мы цо мамы чинить?» Он им отповядал, «Над никим се не знянцайте и никого не утискайте, лечь попшествияйте на своем жолде». Девян злют очекивал, «З напеньцем вшисцы снули до мысли в сердце, кто до Яна? Чи не ест он месьяшем? Он так промовил до вшисцких. Я вас чем водом, лечь идя моцнейшо оде мне, которому не естем годен развязать шемыка у сандалов. Он чтить вас бенде духом святым и огнем. Ма он виядло в ренку для очищения своего омлоту. Пшеница избежен до спища, а плевы спали в огне неугашенным. Велитешинный нахмомнень давал людови и гласил добро новине. Ото слово панеске. Нех бенде похвален Иисус Христос. Сьогодні очі дикані, браті і сестри у Христусі. Єзус посланий на цей свят, би свячить, аби увіжили, що Он є Сином Божим. Приходили до Яна Хрестителя, як слышали в Евангелії, жалнежі, тлуми, питали, «Цо мамы чинить?» Ян мови, «Я естем глос, волаюнцы на пустыне, простуйте дрогам Пану». Всесцы мыслили, что Ян Хреститель есть Мессияш, але он приготує дорогу на приїзд Пана. Тен самий Ян Хреститель потім пове всім, указуючи, ото баранок Божий, який гладить гріхи цілого свята. Таким великим в очах Яна є Христос Збавця свята. Ян Хреститель не был збавцем своего народу. Он разъясня приїзд Христуса, аби засвячить о святлости, о правде и власной скромности. Засвячить о правдивой милости и покоже. Апостол Павел мовить до тесалонічан, «Духа не гасьте, пророцтва, пророцтвом не лекцеважайте». В покоже слова пророка Яна забігаємо ми усильне в його скромність і простоту, в його правдиве слово, як Ян звістує о Христусі, Сину Божим, щоб всі це отим відділи народи цілого свята, і кожен з нас в 21 веку, в наші модерні часи,
нашим споучесним веку. Он есть наше избавление, Христос, наша утечка, наша радость через всички часы, аж до скончения свята. Всегда быть готовым на приход Иисуса Христа – это всегда актуален призыв. Апостол Иаков говорит: «Братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Молиться, участвуя в богослужении. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть в осуждении. Вот судья стоит у дверей. И слышали сегодня слова: радуйтесь. Радоваться о том, что Господь близко. Наше спасение близко. Судья справедливый стоит у дверей наших сердец. Живая вера, дела милосердия, добрые поступки по отношению к нашим ближним. Время Адвента. Время делать добро. Расчищать пути к нашим сердцам. Пускай в Адвенте больше будет добрых дел. Пусть уменьшится размер жадности, алчности, общественной несправедливости. И пусть растет любовь ближнего, желание помочь другим. Адвент – это время возмещения обид. Время забыть всякие разные склоки, споры, несогласия, обиды. Время нести мир, чтобы в Рождество Христово все могли сесть за праздничный стол в мире и согласии. Время Адвента – время открытости, откровенности и готовности помогать каждому человеку, делая прямыми дороги к нашим сердцам для Господа. И придет Христос, наше спасение, ко всем, к плененным, отчаявшимся людям, заброшенным людям, забытыми людьми. Он может сделать каждого бедного и ничтожного человека великим, великим представителем Божьей вести, Божьего Слова. Слово Христа, слова любви, надежды для нас всех людей на земле. Радуйтесь всегда в Господе, ибо Господь близко. Забывая о Боге, тогда возникают различные проблемы. Бог учит нас, как переносить трудности, страдания, боли, одиночество, горести с Богом и со Христом вместе, вместе с Его крестом. Он учит нас, как переносить эти все горести, проблемы вместе со Христом будет всегда легче. Всегда Господь, если мы попросим в сердечной молитве, даст руку помощи, всегда поможет. Господь рядом, Господь близко, радуйтесь. Это дает нам всем радость великую и правдивую. Господь заботится о нас, милосердной своей любовью, прощая нам грехи. Он близко. Радуемся в ожидании Господа, к чему Церковь нас призывает приблизиться к Нему в молитве, к нашему Господу. Аминь.
Teraz, bracia i siostry w Chrystusie, wyznajmy swoje święta wiara. Credo in unum Deo. Prosimy Boga, aby radość przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa ogarnęła na wszystkich ludzi. Módlmy się za biskupów i kapłanów, za naszego papieża Franciszka, za naszego biskupa Jana, aby z Ewangelii czerpali pokój i siłę do prowadzenia ludu Bożego po drogach zbawienia. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby z radością wypełniali wolę Bożą. Módlmy się za pracowników instytucji rozrywkowych, aby zawsze szanowali prawo Boże. Módlmy się za strapionych, aby nadchodzące święta przyniosły im prawdziwą pociechę. Módlmy się o umocnienie naszej nadziei, abyśmy z radością przyjęli Chrystusa. Módlmy się za cały lud Boży, za nas wszystkich tu obecnych, aby dobry Bóg zawsze nam towarzyszył, dawał swoje błogosławieństwo, pomoc i ucieczkę.
просим и тень, Пане, выслухай ласковые молитвы своего люду. Хочешь слушать, не терпим из-за наших грехи. Не к нас потешь и милосердно пшисти Твоего Сына, который с Тобой же и крулюет на веки веку. Мучитесь, братья и сестры, вы Бог Всемогущий приял мое, ваше офяры. Всемогущий Боже, справ, а вы с мне устане складали тобе наши офяры, которые вы в исполнении установлены пред тебе таемницей Евхаристии. Доконуйся дело нашего избавления через Христуса Пана нашего. Пан с вами. Гуре сердце. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godny Twojej sprawiedliwy, słuszny i zbawienny, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże,
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swojej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami, archaniołami, wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał, zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wyliana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Z
вспоминаем смерть и смертоустание Твоего Сына, оферуем Тебе, Боже, хлеб жития и кели избавления, и дякуем, же нас выбралось, абы мы стали пред Тобой, Тобе служили. Покорні благами, аби Дух Святий з'єдночив нас всіх, приймаючи тіло і кров Христуса. Пам'ятай, Боже, о Твоєм костелі на цілій землі. Справ облітру заставу милості разом з нашим папежем Франтишком, нашим біскупом Яном і розсалом духовенством. Пам'ятай також о наших змарлих, братях і сестрах, які заснули з надією смерті встання, і о всіх, хто в Твою ласку дійшли з цього свята. Допусти їх до оглядання Твоєї святлості. Просим, Отець, милуйся над нами всіми, дай нам удел життю вічним, з найсвятшою Богородицею Дівицею Марією, зі святим Ісофом і Влюбінцем, зі святими апостолами всіми святими, які в цьому віку подобалися Тобі, аби ми з ними вихваляли Тебе, через Твоєго Сина, Ісуса Христуса. Через Христуса, з Христусом і в Христусі, Тобі, Боже, Отче, Всемогутній, єдності Духа Святого, всяка честь і хвала через всі віки віку. Бог нас так умиловал, же заслал нам Своего Сына, як Избавителя, для того осмеля мы сей спевом. Вибав нас, Пані, от зла всякого, і обдаш наші часи покоєм. Вспоміж нас своє милосердю, аби ми завжди вольні от жеху, і безпечно всього заменту, певні надії очікували пшістя, нашого Збавителя Ісуса Христуса. Пане Ісусе Христе, Ти повідав своїм апостолам, покой вам заставим, покой мій вам дає. Просим і Тебе, не зважай на гріхи наші, лечь верен своєго костіла і згоден з Твоєю волею, наповни його покоєм, де проводь до повної єдності, який живеш і кролюєш на віки віку. Покой Панський нех завше бенде з вами. Покажьте себе знак покою. Thank you.
Ото баранок Божий, который гладит грехи свята, благослови не те, кто застали воззвание на Его учте. Повейте малодушным отваги, не бойтесь, вот он наш Бог приди, аби нас збавить. Просим Тебя, неласкавший Боже, аби смотрим Тего сакрамента очистил нас от склонности и приготовил нас ближайонцей Тень Свента через Христуса Пана нашего. Пане с вами. Нех вас благослови Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христуса.